Итак, всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и мы продолжаем смотреть «Ходячие мертвецы», 6-я глава, 2-я часть. Блин, сколько я еще могу такие комиксы смотреть? Ну ладно, смотрим. Комикс Паули Сентри. «Ходячие мертвецы». Так, ты хочешь сказать, что там есть какой-то секретный вход? Да. Я не могу выходить оттуда свободно, поэтому делаю это тайно. Зачем? Я не знаю. Наверное, иногда мне просто нужно немного отдохнуть от этого места. Бывает. В любом случае, вход рядом. Лира, извини за излишнее любопытство, но тебе случайно не удалось поговорить с Флэшем? Да, мы поговорили. Есть что-нибудь, что ты хочешь знать? Хорошо. Он просил тебя о помощи или... Он сказал мне, что ему нужно сбежать. Попросил моей помощи и предложил мне взамен новый дом. Ну, если мы не умрем к этому времени, когда все это закончится, у вас, ребята, будет новый участник. Круто. Тем временем. Они были здесь? Ладно, красавчик. Ежедневный осмотр. Покажись. Где ты, черт возьми? Где они? Что? Я нашел фотографию. Прямо здесь. Они были здесь. Что ты с ними сделал? Отведи его в главный зал. Мы приступим к казни. Тем временем. Жесть. И мы здесь. Вау. Это, конечно, был интересный способ войти в комнату. Сейчас? Нам просто нужно... Что это значит? Предупреждение о казни. Что? Они собираются убить Флэша. Они в главном зале. Мы должны поторопиться. Следуйте за мной. Жесть. Какие же вы глупые. Жесть. Понимаете? Они хотят казнить его путем выстрела из пистолета. Это привлечет мертвецов. Это потратит как бы припасы. То есть в любом случае он теряет один патрон, который он мог бы израсходовать на мертвеца, который бы кого-то мог попытаться съесть. Почему не то, чем вообще делается казнь? То есть, там, повешение, еще что-то такое. Какие-то дурацкие у них методы, конечно. Быстрее, пока он не очнулся. Он мёртв? Подожди, она его что, просто толкнула? Просто все выглядело так, будто она его толкнула, а он просто упал и разбил голову. Интересно. Быстрее, пока он не очнулся. Он мертв? Нет, он просто без сознания. Я же говорил тебе не приходить. Тебе повезло, что я решила проигнорировать эту часть. Иначе ты бы уже был мертв. Я знаю, что ты другая. Пожалуйста, отпусти нас. Упрости нам задачу. Хорошо. Но вам нужно поторопиться. Я дам вам знать, как только будет безопасно уходить. Спасибо. Лира, мои братья и сестры. Они были здесь. Что с ними случилось? Пожалуйста, не говори мне того, чего я не хочу слышать. Слушай, мы поговорим об этом, как только выберемся отсюда. Я обещаю. Хардстрингс, я всегда знал, что ты предательница. Погоди, пожалуйста, ничего не делай. У меня есть для тебя еще одно предложение. Глориоза, что ты делаешь? Я предлагаю тебе обмен. Я была ужасным человеком и ужасным другом. Подожди, они его вырубили и не отобрали пистолет, когда он валялся без сознания? Чё? То чувство, когда вы настолько долго говорили, что он успел очнуться и опять на вас наставить пистолет. Вы
Вы серьезно? Я не должна была никогда отдавать Флэша. Он не заслужил ничего из этого. И я буду твоей пленницей. Просто, пожалуйста, отпусти его. Глориоза, нет! Никому не нужно умирать или получать травмы. Поверь мне. Хм. Должен ли я это делать? Нет! Всегда нужно быть подготовленным. Глориоза? Пожалуйста, не оставляй меня. Ты нужна мне. Слушай. Подожди, подожди, я что-то не понял этой сцены. То есть они тупо бахнули друг друга. Вы бы могли этого избежать, если бы вы просто отобрали у него пистолет, когда он был без сознания. Всегда нужно быть подготовленным. Глориоза? Пожалуйста, не оставляй меня. Ты нужна мне. О, твою ж. Тебе придется занять мое место. Направляй их и убедись, что все помогают друг другу. Он просто стоял и наблюдал за этим. Точно знаешь, что нужно делать, чтобы они продолжали. Я знаю, из тебя получится отличный лидер. Со мной все будет хорошо, братишка. Со мной все будет в порядке. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Тимбер. Глориоза? Глориоза! Нет! Нет! Я просто в шоке, насколько же персонажи сделали, я не знаю, глупыми, что ли. У меня сейчас кипит мозг от этого всего происходящего. Ну, ладно. Ладно. Что это только что было? Ну, да ладно, вот такая вот была реакция, ребята. Пишите в комментах, что вы думаете об этой части «Ходячих мертвецов». Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.